coffee should be an absolute no-no. А кофе это на него должен быть абсолютный запрет. Coffee is a mood altering drug. То есть кофе это как наркотик, который воздействует на настроение человека. Yeah, so it is a drug. It creates a new mood. You wake up in the morning, yeah, you feel like you know, like not really being up. Okay, I take a coffee and you're like, okay, here I am. То есть да, это то, что реально дает вам новое состояние, настроение. То есть вы просыпаетесь, вы очень уставшие, как бы опущенные, выпиваете кофе, неожиданно вы так как просыпаетесь и в общем-то совершенно в другом состоянии находитесь. So what coffee does, it throws you out of the body. Что делает кофе? Кофе выбрасывает вас из вашего тела. The body has a function. When it's close to death, yeah, the consciousness leaves the body and it takes a kind of a helicopter position about life. В нашем теле есть такой механизм, который он использует в момент смертельной опасности. Когда есть какая-то смертельная опасность, и тогда наше сознание покидает тело, и у него такой четкий обзор, как с, ну, как с вертолета, да, за ситуацией, которая происходит. Maybe you experienced it by yourself or you heard from others. То есть, может быть, либо у вас такое было в жизни, либо от кого-то слышали. That when your life is in danger. Когда жизнь находится в опасности. Yeah. Suddenly you have in that moment, maybe you see like your car is going to crash with an oncoming car. То есть получается тот момент, когда там как машина, вы видите, что ваша машина сейчас врежется вот машина перед вами. Yeah. Or we have other life-threatening situations. Или какая-то другая смертельная опасность. In that moment your consciousness goes out of your body. В этот момент сознание как покидает тело. And it goes on a higher level and it does exactly the right thing in the moment to avoid the death of the body. И получается в этот момент у тела полное, ну как бы сознание обзор, да, что происходит. И как дает сигнал, что нужно делать, какую там именно точное действие, чтобы избежать этой опасности. Are situations like that known to you, or did you hear about that? Вы слышали о таких ситуациях? Yeah. Most people have experienced that. Очень многие люди проходили через аналогичные вещи. And that is a situation where the consciousness does that, and it does it for about, let's say, 10 seconds. Получается вот эта ситуация, его сознание покидает тело, ну и все разворачивается, ну скажем, в течение 10 секунд. Then the situation is over. Потом как вот опасность проходит. You feel the shock and you come back into the body. Вы чувствуете состояние шока и уже вот возвращаетесь в свое тело. Things like that might happen to every person maybe 5 times a year, 5 times in their whole life. Да, такие события, ну вот с человеком могут, ну, произойти там раз 5 в жизни. Some people never experience it, some people experience it more often, but not more mostly than 4-5 times. Да, то есть некоторые, может, никогда не проходят через такое, вот кто-то там чаще попадает в такие ситуации. Но в среднем, ну, не больше 4-5 раз за всю жизнь. And it's a life-preserving survival function. И вот этот механизм, это, да, чтобы сохранить жизнь. It's like an absolute facing danger of threatening your life. In that moment it happens. Да, то есть это вот именно в тот момент смертельной опасности, когда включается этот механизм, чтобы выжить. So now what happens when you drink coffee? Coffee does exactly the same. It puts you in that position. Что происходит, когда вы пиваете кофе? Оно вас вытаскивает в аналогичное состояние. It puts you out of the body and it gives you all the time an overview of what you are doing. То есть, you're disconnected from your feelings, yeah, and you're out there and you're like. Получается, оно вытаскивает ваше сознание из тела, да, у вас там хороший обзор, что происходит, что нужно сделать, но вы полностью отсоединены от своего тела и от чувств, ощущений, которые происходят внутри. So your being, your feelings are not involved in life. You're constantly on the survival function. Получается, вы в этом режиме выживания, да, и ваши чувства, ощущения вообще как бы не регистрируются и никак не входят в вашу осознанность.
And this is why you are not actively in life. Yeah? This is why it's for you like you are not in life, you are not participating in it. Получается, вы так вот не участвуете. А вот да, мне там сквозняк, я аллергия начинается. It's very comfortable here. The allergy starts. Может быть, девчонки могут там, да. So in this survival function, yeah, you are disconnected from your heart, yeah, your consciousness is outside of the body, and it gives the body the message, I'm not participating in life. И получается, что так как у вас нет соединения с вашим чувством и ощущением, вы не можете активно участвовать в этой жизни. То есть вы полностью отсоединены от своего сердца, ваше сознание где-то там вне вашего тела и дает послание как вашему телу, что вы, ну как бы, вы не участвуете в этой жизни. Then mostly with about 35-40 you get your first heart attack. Это особенно для тех людей, вот можно видеть, которые там в 35-40 лет, они получают свой первый инфаркт. And then you get later the second heart attack and you die, because you're not in life anyhow. И потом уже второй, и потом вы уже умираете, потому что а толку от этой жизни, если вы не участвуете. This is simply what happens. И это вот то, как происходят вещи. The soul takes the body in order to experience the limitation of the soul through a body. Душа, она принимает физическое тело, чтобы получить опыт, да, пережить вот то состояние своей ограниченности через вот наличие физического тела. So it wants to feel human emotion. It wants to feel love. It wants to feel all kinds of feelings that only a human being can have. То есть оно хочет, да, чувствовать ощущения, эмоции, да, чувствовать любовь. То есть то, что может ощущать человеческое существо вот в физическом теле. But when you give the message, I don't want to feel, I don't want to participate in life. Then the soul says, okay, you might as well be out there. Да, то есть когда есть такое послание, а я не хочу участвовать в этой жизни, я не хочу чувствовать, что со мной происходит, тогда наша душа говорит, ну, с тем же успехом можно здесь и не находиться. The universe always reacts to the, according to the messages that you give to the universe. Да, и Вселенная, она всегда реагирует, отвечает на те послания, которые мы отправляем ей. And when you say that I'm not interested in human emotions, I'm not interested to be in a healthy way with others, then why would you be here? И получается, если вы отправляете это послание, что я не хочу участвовать, ну, быть с другими людьми, я не хочу чувствовать свои эмоции, чувствую, тогда да, какое... Я не хочу чувствовать жизнь, тогда по какой причине вы будете здесь находиться? It would be the same, like you would go into a cinema, you pay whatever 50 hryvnias entrance and buy your popcorn and Coca-Cola and ice cream, and then you go inside and you put a blindfold on. То есть это можно аналогично, если, например, вы приходите в кинотеатр, платите 50 гривен за вход, покупаете попкорн, Coca-Cola, садитесь перед экраном, потом надеваете черную повязку. So you don't need to be in the cinema. You can stay outside. То есть вам тогда смысл, что вы находитесь в этом кинотеатре, вы можете с тем же успехом быть снаружи. In this way, our life, yeah, we are here in the movie together. Видите, мы здесь все участвуем в фильме. Ну, жизнь это как фильм. We all signed up of the movie of clown being on planet Earth. То есть мы все подписались на фильм, который называется «Нахождение на планете Земля». And when you take drugs. You say, I don't want to be here. Когда вы принимаете какие-либо наркотики, то значит вы говорите, что я не хочу здесь быть. And coffee is one of the strongest legitimate drugs. Legal. Да, и кофе это один из самых сильных, ну как легальных наркотиков. А курение, сигареты.
when you start the day with coffee in the morning, yeah, you sign yourself up for a disconnected day and for a lot of trouble. Only being in your mind. Получается, когда вы начинаете день с чашки кофе, то вы уже подписываетесь на то, чтобы у вас был очень тревожный день с кучей проблем и вот много-много мыслей. It's the worst what you can do. И это самое худшее, как вы можете начать свой день. And you can check it up. It's not just for me. You can check it up on the internet. There are many sites about that. Да, то есть вы можете не то, чтобы просто Раму рассказать, можете проверить в интернете и прочитать вообще вот про это. You will never, as long as you drink coffee, you will never have the feeling of I am happy in life. I belong to life. Life takes care of me. Да, то есть когда вы до тех пор, пока вы пьете кофе, да, у вас не придет это ощущение, что мне все нравится, вокруг меня жизнь, как заботится обо мне, я чувствую себя счастливым. You will all the time have thoughts running in your mind that says, oh, maybe this will be good, or maybe this boyfriend, oh, this doesn't work well, and I'm better than her. And you know, your mind will all the time be nuts with you. И если вот вы будете пить кофе, то там весь день будет в состоянии такого сумасшествия, то есть там будут эти, как карусель этих мыслей, там, может быть, это что-то сделать лучше, может быть, это сделать, а я такая-то, или она такая-то, может быть, меня сделать счастливым, там, следующие отношения. You give this coffee, you give your message to the body, I want to be dead, I don't want to feel. Yeah, that's a morning message you give to your body. И получается, когда вы пиваете кофе, утреннее послание, которое вы отправляете своему телу, что я не хочу чувствовать, я хочу быть мертвым.